И к новостям спорта. Бой Забита Магомедшарипова возглавит турнир UFC. Третий номер рейтинга полулегковесов проведет свой очередной поединок в январе следующего года. По словам менеджера дагестанского бойца Ризвана Магомедова, соперники на данный момент рассматриваются. В случае победы Забит станет главным претендентом на чемпионский титул. Накануне спортсмен уже вылетел на подготовку в США. Напомним, что 29-летний Магомедшарипов не проводил поединки ровно год. Под эгидой UFC он ведет серию из 6 побед.